Я красивее всех с нашей улицы и достойна возвышенных чувств. Потому женихи себе умницы, я как минимум принца хочу. Он с харизмой не спрятан под масками, ждут меня Уолл-стрит и Бродвей. Расцвела я, как роза дамасская, для солнца королевских кровей. Я сижу одна и чуть-чуть грущу, я давно себе жениха ищу. Пока он не едет, но я дождусь его все равно. Бровки убыльные, губки орехи, зашнурован корсет на ноща. Холостяцкой девчоночьи спаленки, прикушаю любовь трепеща. Но герои королевского имени все не скачут на белом коне. То ли принцы, заразы, повымерли, то ли я охренела в конец. Я сижу одна и чуть-чуть грущу, я давно себе жениха ищу. Пока он не едет, но я дождусь его все равно. Автор текста Евгения Лисенкова. Ну а исполнитель — это всем нам хорошо известная Лилия Кирокосова. Вы у нас первые, соответственно, мы вас хотели бы попросить, ну, пока мы вам читаем, не разговаривать, хоть вы уже все познакомились, хоть вы уже все веселые. Вот, но мы попозже все обсудим обязательно, да, и попозже со всеми поговорим и пообщаемся.